Всем привет, дорогие друзья! И с этого утра я начал жить по правилам нового челленджа. Я целую неделю не буду прикасаться к сладкому вообще. Вы подумаете, неделю, почему так мало? А нет, я выбрал такой срок, потому что он средний, он не маленький, но и не огромный. Моя цель не просто как-то исполнить этот челлендж, а показать тем людям, которым страшно это делать, тупо это будет как-то сложно для них, показать, что это довольно просто, и вы можете решаться на это. Как я сказал, с самого утра я уже жил без сладкого. И знаете, первый день проведен довольно легко. Еще ко мне только что подошел друган и сказал, что если я нарушу условия челленджа и съем хотя бы одну песчинку сахарного песка, то я ему 5000, а он мне еще поджопник вдогоночку. Неплохо. И если вы подумали, что не есть сладкое прям вообще, то вы ошиблись. Сладкие фрукты, овощи... Овощи бывают сладкими? Да неважно. Короче, сладкие фрукты и тому подобное, что-то растительное есть можно. Это глюкоза, она легко усваивается и переваривается, поэтому она никак не навредит здоровью.